Давай. Всем большой привет, подписчики. Видите шмеля за сбором первого урожая меда. Это пришла пора заготавливать медунку или медуницу мягчайшую. Сейчас пора цветения и пора ее заготавливать. Сейчас немножко расскажу вам, что это за лечебная такая трава, которая в наше время очень перспективная. Это первый медонос, относится к группе бурачниковых. И начинает цвести где-то в конце апреля до середины мая. Цветет достаточно обильно и образует целые поляны, которые таким ковром синим. Эта трава воистину кладезь для народной медицины, потому что если ее быстро собрать и высушить в тени, то можно потом лечиться будет целый год. Она считается лучшим средством при детском туберкулезе даже. И вот пора ковидная была, все эти бронхиты мы лечили отваром этой медунки мягчайшей. После того, как вы ее собрали, быстро высушиваете в тени желательно. И потом фасуете на хранение. Также в ней содержится много других веществ, которые полезны для здоровья. Это множество микроэлементов. Больше всего марганца и кремния, которого достигает 10-12% от веса золы, если ее сжечь. И второе применение, которое еще пока не исследовано, оказывается, она очень хороший антикоагулянт. Когда-то перед перестройкой ученые Томского университета начали его исследовать как перспективный антикоагулянт, то есть средство, которое не дает образовываться тромбом. И, так сказать, выявили ее свойства. То есть ее можно применять вместо аспирина и других антикоагулянтов, которые имеют побочные эффекты. Медунку можно употреблять без опаски, сжечь слизистую, как, допустим, после аспирина. Сейчас пора заготовки ее. Нужно быстро ее собрать, высушить и расфасовать на зимнее хранение. Вот такая интересная трава. Медунка мягчайшая. Заготавливайте и применяйте. Спасибо за внимание.